Вот тут написано, что базилика построена в VI веке, одно из древнейших зданий Тбилиси. Что слышала? Одна из старинных церквей, да? Самых храмов. Первых храмов, которые строил царь, грузинский царь, который обосновал город Тбилиси. Да? Вот это самая первая церковь, которая была в этом городе. Она построена в этом VI веке. 5-6 век. Здесь есть такие сидели грузинские цари, когда проходило. В каждых церквях мы заметили, что есть троны. И не понимали, почему. Но сегодня нас батюшка тут встретил и объяснил, что троны – это настоящие королевские троны. В свое время каждый король строил какую-то церковь. И его трон переходил в этот храм. И когда он бывал на службах, он сидел на этом троне. Поэтому мы видим во многих церквях в Тбилиси стоят такие троны, деревянные, высокие, красивые кресла. Вот. Оказывается, это троны королей. Каждый имел свою церковь, где он приходил, значит, исповедовался и принимал участие в службах. Он сидел на этих, каждый сидел на своем троне. VI век.